на горизонтских островах. На веселых, на зеленых горизонтских островах, по свидетельству ученых, ходят все на головах. Говорят, что там живет трехголовый кошелот. Сам играет на рояле, сам танцует, сам поет. По горам на самокате ездят там бычки в томате, а один ученый кот даже водит вертолет. Там растут на вербе груши, шоколад и мармелад, а по морю, как по суше, скачут зайцы, говорят. Дети взрослых учат в школе, вот какие в двух словах чудеса на тех веселых горизонтских островах. Иногда не жаль немного, что никак ни мне, ни вам не найти нигде дорогу к этим славным островам.